В Шымкенте получила продолжение история скандала в центре стерилизации. На прошлой неделе медработники потребовали увольнения директора этого учреждения. Они пожаловались на мизерные зарплаты и тяжелые условия труда, заявив, что виноват в этом их начальник. В центр выехала комиссия. Уволен главный врач стерилизационного центра. И по другим людям принимается, руководящим составом принимаются строгие меры. Да, и все доплаты и все лечпособия будет восстановлены. С этого месяца будет лечпособие. Работники единственного в стране центра стерилизации рассказали о том, что за зарплату в 38 тысяч тенге работают с тяжелыми химикатами при двойной нагрузке. Не получают молочные продукты за вредность. Медики буквально устроили бунт и отправились со своими требованиями в Акимат и Управление здравоохранения. Директор центра при этом уверял, что никто из сотрудников с претензиями к нему не обращался. И все это больше похоже на заговор. Однако комиссия во главе с акимом города, проводившая проверку, обнаружила множество нарушений в работе руководства.